Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня на автомобиле Renault Scenic 2 2007 года выпуска мы будем конфигурировать блок SRS. Посмотрим, как это происходит. Приступим. Для доступа к диагностическому разъему необходимо отодвинуть подлокотник назад и снять декоративную заглушку. Далее подключаем наш диагностический прибор и не забываем включить зажигание. Помещаем ключ-карту в слот и, не нажимая педалей, нажимаем и удерживаем кнопку Start-Stop до тех пор, пока не включится зажигание. Такая процедура позволит не выключаться зажиганию в процессе работы с блоками. На данном автомобиле сигнализатор неисправности подушек безопасности постоянно включен. Это связано с неисправностью подролевого шлейфа. Заходим через кнопку «Интеллектуальная диагностика». Выбираем свой автомобиль, диагностика. Выбираем автоматический поиск. Переходим во вкладку System List и заходим в блок подушек безопасности. Предварительно считываем коды неисправности. Считываем конфигурацию блока SRS. Теперь заходим в конфигурацию. Для отключения подушки безопасности водителя сначала необходимо отключить второй воспламенитель, а после этого первый, иначе конфигурация не пройдет. После изменения конфигурации необходимо сначала считать, а потом удалить коды неисправности. Теперь перепроверяем. Опять считываем коды неисправности. Неисправности отсутствуют. Конфигурация прошла успешно. Теперь проверим получившийся результат на щитке приборов. Включаем зажигание. Тест прошел, сигнализатор подушек безопасности потух. Конфигурирование произведено успешно, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.